Если в твоей жизни есть человек-должник, и он совершенно не шевелится вернуть вам долг, делайте этот ритуал на растущую луну. Понадобится черный и красный маркер и красная свеча. Далее, что вы делаете? Вы по центру листика пишете имя должника и сумму денег, которую человек у вас одолжил, черным маркером. Поверх имени должника вы красной ручкой, маркером пишете свое имя. Далее берете красную свечу, обыкновенную красную свечу, поджигаете ее, ставите на имя должника свечку и говорите такой заговор: ты взял, ты вернешь, ты забыл, ты вспомнишь, в день, в час, в минуту, да будет так. Даете свече прогореть до конца. После того, когда у вас остается огарочек свечи, вы ее сохраняете вместе с листиком у себя дома. После того же, когда ваш должник вернет вам долг, вы в пепел выжигаете лист бумаги и вместе с огарком закапываете в землю. Да будет так!